Все мы привыкли дарить учителям цветочные композиции или букеты. А как насчет съедобного букета? Клубника в шоколаде – новый тренд этого года. Наверняка вы уже пробовали это замечательное сочетание шоколада и клубники. Но знали ли вы технику приготовления этого шедевра? Сейчас подробнее расскажем. Для приготовления требуется клубника, посыпка и растопленный шоколад определенной температуры. Шоколад должен быть определенной температуры. Если он будет, температура будет больше или меньше, он не так будет ложиться на клубнику, да, не так красиво. К слову, шоколад используется не простой, а бельгийский. Он состоит из натуральных продуктов, а именно из какао-бобов. После того, как шоколад нагрелся, приступаем к самому интересному. Сегодня и у меня появилась возможность приготовить клубнику в шоколаде. По итогам всех сборок получается невероятно красивый и вкусный букет, который порадует не только своим видом, но и вкусом. Букет из клубники в шоколаде – это красиво, это очень-очень вкусно и оригинально. Уже не первый год мы делаем букеты из клубники в шоколаде, и у нас уже есть поклонники, и среди учителей в том числе, которые прям заказывают родителям: подарите мне цветы, а букет из клубники в шоколаде. Что ж, до праздника остался всего лишь один день, и я решила узнать, а какие подарки предпочитают дарить березняковцы учителям? Хорошо себя вести на уроке. А как вот букеты, может, конфеты какие-то вот? Ну, это уже это уже что она любит? Ну, цветы, уже традиция. А еще может что-то другое? Что еще другое? Какие-то другие альтернативы есть этому подарку? Ну, сейчас букеты разные делают, из конфет, допустим, из фруктов. Оригинально как бы будет, необычно. Ну, я бы, наверное, подарила какой-нибудь сертификат в спа-салон, да, потому что наши учителя чаще всего напряженные ведут режим работы, и поэтому им отдохнуть лишний раз никогда не помешает. Ирина Федорова, Кирилл Яранцев, «Наши новости».